говори. Привет, привет. Как ты знаешь, что у детей? Сегодня идем. Сегодня идем в центр. Театр занимательной науки. Секретный бункер. И Егор там будет у нас делать какие-то опыты, наверное. Ну или смотреть, или учиться. Не знаю, что там будет. Мы там еще ни разу не были. Ждем, когда нас пригласят. И идем. Видишь? Да? Вот у меня она не слышит.
и попробуйте сами по очереди, каждый потихоньку, по одному человеку. Попробуйте, пробуйте. По очереди. Нам еще взрослый мастер-класс покажут, да? Рассказывай, что там было, что за опыты. Я нашла невидимая рыба морская. Ну что, ты ее видел? Да, конечно, не видел. Не видел? А что ты там делал? Мы там очень руки и об штуку черли. Да? И что получалось? А, да. Вылюбаем, вот это не значит, что надо. Ладно, мы идем дальше смотреть. Вот сейчас покажут. Это колба будет какая-то, да? Вот эти штуки будут. Да, там будут летать, наверное, эти штуки, да? Она бывает еще больше, еще не. У нас посмотрите, там она большая, а бывает еще прям здоровый, где ракеты выпускают. Подождите, послушайте меня внимательно. Я задам самый важный вопрос. Мультик «Малыш и Карсон» все видели? Да. Да? Видели? А почему там у нас Карсон летает? Что у него есть? Пропеллер. Ну вот, оказывается, все просто. Есть у нас тоже есть пропеллер. Мы нажимаем кнопку. Он у нас вот и подает наш пропеллер. И мы с вами будем запускать несущие бантики цветные. Так, 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 давай. Так. Держи, бантик, держи. Сейчас тебе дадим. Так, кого бантика не досталось, это сначала одни запускают, у кого выше взлетит. Так, я поймала. У меня. Другим даем тоже. У меня взлетит. Кто запустил, пропускает других ребят, чтобы другие запустили. Ой, залетел. У меня долетел. Туда же улетел, да, чей-то? Мой. Сына, у тебя улетел? Да. У меня улетел. Влад, у тебя улетел? Бантик улетел? Да, у него розовый бантик. Нет, у меня розовый. Все, все, улетел. Все, кто запустил бантики, сюда ко мне подходит. Вот сюда за мной. Кто бантик запустил, а кто не запустил, может еще запускать. Кто еще свой бантик главный не запустил? Егор, что там делали сейчас? Вверх? А как они летали? Вентилятор работал? Вентилятор вверх поднимал? Смотрите, сейчас мы будем вызывать космического необычного шина. Загадывать желания. У всех желания есть, ребята, у всех. А у взрослых есть желания. Смотрите, нужно будет сказать волшебные слова, которые я вам сейчас назову. Все вместе, чтобы он у нас появился. Три раза. Волшебные слова нужно сказать. Джин, джин, выходи. Запомнили? Да. И давайте поднимемся. Джин, джин, выходи. Подождите, я поняла, все запомнили, все знают слова. Теперь вместе. Джин, джин, выходи. Джин, джин, выходи. Ой, что-то он там заснул, не хочет, да, выходить. Ой, не хочет. Он сказал, когда вы покажете, какие вы сильные, он не выйдет. Пойдемте силу вашу проверять. Да. Все, пойдемте силу проверять, потом к нему придем. Стойте, не уходите. Стойте, не уходите.
показывает свою силу, сам себя поднимает на лифте. Сам себя Егор поднимает на лифте. О, какой сильный у нас Егор. Высоко-высоко поднимает себя. Егор себя высоко-высоко поднимает. Все, Егор, хватит, опускай. Опускай себя. И опускает сам. Джин, выходи! Ура! Смотрите! Ручка. Ну он, да, он же у нас большой, в таком ящике живет. Смотрите, внимание, инструкция по загадыванию исполнения желаний. Я хочу. Нужно про себя загадать желание. Смотрите. Так, Лер, дайте ручки. Нет, ручки нет, нет. И вот так облаком надо отпустить его. Вот так мы просто надымим. Все задохнемся. Так не надо делать все вместе. Подождите, сейчас рассеется. Нужно просто вот так вот один раз делать. Один раз вот такое облако выпустить. По очереди. Вас много, один. Я не хочу. Кто не будет отпускать желание, может отойти, если не нравится. Будешь нажимать? Надо вот так, один раз. Дети вот так. Выпускают джина. Можно здесь попробовать вот так один раз. Видите облачко? Ой, так он напугается, ребята. Он забудет, перепутает все желания. Чьи где? Кто мне правильно исполнит? Все, давайте пусть он дальше. Видите, он уже испугался, он спать пошел. Все, закончился. Уходи, ты уходи, уходи. Все, убежал. Итак, пойдемте дальше за мной. О, Егор джина выпускает. Ну-ка. О, Егор джина выпускает. Здорово. Не, ну мы это нормально. Бай. Здоровский джин. Подождите по очереди. Стоп, 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 стоп. Ну все, Егор, пойдем. Пойдем дальше. Главная часть космического корабля. Каюте капитана. Пойдем. Егор, смотри, марсианин стоит. Он не взлетит. Если мы даже пусть нажмем, они же кружение в этой двери. Тут вот карта наша, Солнечная система и планеты. Так, ребят. Егор, смотри, марсианин вон. Смотрите на меня все, пожалуйста. Вот здесь все взрослые тоже, да? Поднимите взрослую ручку, пожалуйста. Достают легко, да, до потолка. Очень легко. Вот, да, теперь стойте на месте, разгоните свой хвост. Да, разворачиваемся. А вот здесь вот трудно достать. Что случилось? Надо наклонена. Что с комнатой случилось? Почему? Она наклонена. 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 Пол, да, у нас неровный. Здесь мы растем, нам кажется, нам, а здесь мы уменьшаемся. Комната антигравитации в космическом корабле. О, шарик снизу, снизу катится вверх. Стоять!
кидать. Егор, шарик не пусть. Ничего себе! Ничего себе, какая голова у Егора. Язык большой. Кто сейчас встает сюда? Ого, поближе немножко подойдите. Вот так. У нас девчонки еще, да? Так, Егор, ты куда зашел? Что там такое? Что это там такое? Ой, сколько Егоров много. Несколько Егоров получилось. Это что такое? Что это такое? Ты куда попал? Куда ты попал? Ты попал в какой-то лабиринт. Егор попал в какой-то лабиринт. Сколько Егоров? Ничего себе, сколько Егоров. Далеко не уходи. Это лабиринт. Стой, вот. Егор, ты где заблудился? Егор, ты где заблудился? Егор, ты где? Егор заблудился. Заблудился Егор. Ой, выходи, ты чё? Ты вперед так не иди. Все, выходим. О, прикол какой, да? О, какой прикол. Егор, ты где? Выходим, наверное, да? Мы куда попали-то? Нас что, замуровали, что ли? А? Нас замуровали, что ли? Егор, показывай дорогу, я не могу выйти. Мне уже страшно. Ну-ка. Подожди, мы здесь не выйдем. Мы здесь не выйдем. Ты где? Все, вышли наконец-то, да? Дима, сюда иди. Прикольно, Егор, было? Егор, прикольно было? Ну-ка, расскажи, что там тебе было прикольного? Там был очень странный лабиринт. Странный? Почему он был странный? Да, я сейчас пойду маску. Ну-ка, пойдем оденешь на себя еще маску. Пойдем маску оденешь на себя еще. Так, мы пришли в кривые зеркала. Егор, Егор, смотри вот в кривые зеркала. Смотри на себя, иди. Кто там? Сколько? Три глаза. Три глаза там. Ой, какой Егор коротенький. Толстенький и коротенький. Да? Ну-ка, смотри вот сюда. Смотри, какие мы. О, прикол. Прикол, да? Ну какой Егор маленький, да? О, вообще. Лилипут. Егор лилипут, да? Пойдем вот сюда посмотрим. А вот здесь? Егор, вот сюда давай посмотрим. А здесь что? Наверху голова. О, голова какая-то, туловище. О, ты такой толстый, что ли? Голова такая тоненькая. Голова такая тоненькая, а сам толстый. Да? О, прикол. Давай другое зеркало. Вот сюда. Вот сюда. Ну-ка. А здесь что такое? О, Егор какой. Толстый, толстый. Ясно. А здесь? Это? А здесь нормальный, да? Или не? О, прикол. Я бы сыграла. Вот. Так, а тут что у нас такое? Что у нас тут такое? Это звездное небо. Что это там внизу? Внизу бесконечность. Это звездное небо такое, да? Егор, что ты там видишь?
Там можно упасть и провалиться, да? Егор, что ты чувствуешь? Ну, здесь вот нет, здесь. Иди, красота какая. Все, выходим. Да, выходим. Егору понравились кривые зеркала, и он начинает кривляться. О, какой там Егор. Прикольно, да? Ничего себе. Худенький-то, да? Длинненький, худенький. Егор, Егор, ты что такой толстяк? Ну, сюда есть, ты маленький. Вот он у нас настоящий Егор, а вон Егор в зеркале. Вот это прикол. Смотри, свой голый, мама, вот это прикол, Егора. У тебя две головы, что ли? Егора головы расходятся в разные стороны. Но в голову Егор получается, да? Ну как тебе космический корабль? А? Тут инопланетяне прилетели, уже марсиане. Готовы? Все вместе! Раз, два, три!
Еще. Еще недалеко. Вот так, здорово. Завязываем, завязываем лапу. Отлично. Здорово, громче говорит Верка, видите колок. Еще громче. Мария, как тепло, как крыша. Еще. Вот, отлично, слышали? Ваши руки так много, поэтому нам нужна лампа побольше. Еще. Заряжаемся, заряжаемся. Отлично.
Вот что умеют делать марсиане. Так, Егор у нас вызывает звук, космический звук. Ну-ка, давай будем смотреть. Тут, правда, шумно, но уже слышно, да? Егор, звук идет? Космический звук идет? Надо намочить, да? Это что, таз с фонтанами? С фонтанами. Ну-ка, давай, вызывай звук. Все, звук был, да? Ну пошли дальше смотреть. Егор так еще хочет бантики у нас попускать. Турбо, турбина такая. И бантики он взлетает. Вот прикол. Ну пойдем дальше. Так, Егор у нас одевает специальный космический шлем, маску. Ну-ка, давай. И мы смотрим, что там. Вот у нас какой Егор. Ничего себе. Что это за маска, шлем такая? Это чтобы выходить на планету Марс? Или чтобы смотреть на Солнце? Ясно, здорово. Ну, прикол какой, да? Ну, пойдем дальше. Ну-ка, давай посмотрим сюда. Это лабиринт. Это лабиринт из Егоров. Ну-ка, посмотри еще. Сколько Егоров. О, прикольно. Ну-ка, покажи туда еще что-нибудь. Язык покажи или руку высуни. Здорово. Сколько рук. Прикольно. Это был зеркальный портал, где Егор у нас бродил и заблудился. Куда идем дальше? Мы пойдем туда. Это уже закрыто, наверное, комната. Вот зеркала, Егор, еще остались. Вот пазл. Пазл? Ну давай пазл собери. Быстро-быстро только собирай. Все, пошли. Получается? Так, его что-то в раздумье у нас. Так, для Егора это легкотня. Сейчас он быстро все соберет, да? Для Егора это легкотня. А вот, подожди, еще упал один, ты наступил. Вот. Так. О, молодец, Егор. У Егора с математикой все хорошо. Все отлично.
Вот получился квадрат. Пойди посмотри на себя в зеркала и пойдем. Так, о, Егор, какой у нас толстый. А тут Егор такой. Здорово. Ну, как бы, Егор, пойдем, Егор, пойдем сюда. Егор, пойдем сюда. Ну давай, мы зайдем пока, папа. Ну что, Егор? Все, мы заканчиваем наше путешествие по космическому кораблю, да? Смотри сюда. Нет, туда нельзя, ну что. Смотри сюда. Говори всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. В гостях Лиза и Егора. Всем пока-пока. Все, а мы возвращаемся на планету Земля. Ладно, всем пока-пока. Это поцелуй был у Егора от Алисы, потому что Алисы сегодня с нами не было в этом космическом корабле. Пока-пока. Пока-пока.